К сожалению, у камеры плавает фокус, это я не сумел победить. Поэтому хорошее качество, но плавающий фокус. Ну, начинаем. У нас курс «Параллельное программирование», часть 2 у вас. И первая часть, насколько я понимаю, у вас был такой довольно классический курс Елизарова про базовые концепции параллельного программирования, и вы должны были осознать разные вещи в духе разделяемой памяти, механизмов синхронизации, там, блокировки и подобного. И, наверное, Елизаров успел немножко рассказать вам про всякие неблокирующие алгоритмы. Я, правда, не уверен, сколько, потому что вроде бы у него курс двухсеместровый, и такие продвинутые вещи оставлены на второй семестр. Но, по крайней мере, общие идеи про параллельное программирование вы должны знать. Я надеюсь, что с этим у вас проблем нет. Поэтому для чего все это нужно и подобное я опускаю, и мы сразу переходим к делу, чем отличается наш курс от второго семестра того курса. Курс Елизарова в основном, ну, опять-таки, насколько я его помню, специализируется на каких-то сложных моментах синхронизации, когда у вас небольшое число тредов. То есть вам нужно сделать какие-то там хитрые структуры данных и подобные, которые не ломаются и работают с гарантиями в случае, когда у вас возможно обращение из нескольких тредов к одной и той же структуре. Это вполне себе реалистично, но это не все варианты, где широко используется параллельное программирование сегодня. Одна из областей, и довольно такая крупная область, где у вас особых проблем с синхронизацией нет, потому что обработка данных ведется довольно независимо. Либо вы можете как-то переформулировать алгоритм так, чтобы он работал независимо по данным. А основная проблема в том, что у вас очень много тредов, и нужно максимально эффективно использовать железку, потому что железка какая-то специфическая. Ну вот, например, хороший пример таких широко доступных и довольно специфических железок – это видеокарточки. Видеокарточки современные обладают очень высокой пиковой вычислительной мощностью, которую вы можете посмотреть по всякой документации, на каких-нибудь там бенчмарках, что там очень много флопсов. Флопсы – это операции с плавающей точкой в секунду. Почему с плавающей точкой? Потому что родной тип данных для видеокарточек – это плавающая точка. С целыми числами они тоже умеют работать, но несколько медленнее, ну, несколько, например, там, раза в два. И вот этих операций с плавающей точкой там какое-то бешеное количество просто. Если вы сравните с современными процессорами, то видно будет, что там, ну, просто на порядок больше. И если вы попытаетесь написать программу, ну, просто один в один перенести свою программу обычную на видеокарточку, то оно у вас, наверное, заработает, но скорость будет не очень. Ну, в смысле, скорее всего, оно будет во много раз медленнее, чем простая программа, запущенная на обычном процессоре. Вот как вы думаете, почему? Ну, народ много чего понаписал. И, наверное, одно из основных, почему вы будете на обычном коде видеть существенную просадку скорости, это кэш. Потому что обычно вы привыкли видеть
жирные кэши, которые автоматом кэшируют данные там разных табличек, каких-то переменных и подобного. То есть вы особенно не задумываетесь, а просто пишете, и у вас кэш все хорошо кэширует. На видеокарточках либо вообще нет кэшей, либо они есть, но они существенно меньше и скорее немножко для другого, чем для того, для чего вы привыкли иметь кэши. В итоге просто так перенесенный код, то если он и запустится, работать он будет радикально медленнее, а вовсе не быстрее, из-за того, что скорость одного треда на таких системах, мягко говоря, не очень, из-за того, что скорость одного треда никого особо и не волнует. Что оптимизируется, это скорость суммарная для кучи тредов. То есть, когда у вас есть очень массовая задача, очень большое число тредов, большое, в смысле, больше 1000. А лучше там 10 тысяч тредов. Вот если у вас такое большое число тредов, тогда на видеокарточках вы можете надеяться на получение хорошей производительности. Если у вас там десяток тредов, то от видеокарточки там лучше не станет точно, а скорее всего станет сильно хуже. Кроме того, легко догадаться, исходя из вашего предыдущего курса, если у вас такое огромное число тредов, то просто необходимо, чтобы между ними было минимальное взаимодействие, иначе разного рода синхронизация просто убьет всю скорость в ноль, так как оверхед на синхронизацию будет очень большой, гораздо больше, чем полезные вычисления, производимые тредами. В итоге, те вещи, которые имеет смысл считать на системах с массовой параллельностью в духе видеокарточек, они такие ограниченные. То есть далеко не все можно забросить на видеокарточку, чтобы оно там работало с хорошей скоростью. Поэтому всякие мысли в духе «а давайте это отправим на видеокарточку, и оно там быстро посчитается», оно, конечно, очень неправильно. Следующая особенность, что народ тоже упоминал, когда вы считаете часть на видеокарточке, часть на процессоре, то вот здесь встает большая проблема с пересылкой данных. А именно, если мы говорим о видеокарточках с хорошей скоростью, то это дискретные видеокарточки. Дискретные видеокарточки имеют свою собственную память, то есть у них есть своя оперативка, которой для них быстрый доступ. И несмотря на то, что современные видеокарточки могут напрямую обращаться к вашей физической оперативке, которая вот обычная на процессоре, скорость будет не очень, как минимум из-за того, что идти долго в этой оперативке. И во-вторых, не очень широкий канал. Им приходится идти через шину PCI-Express, которая относительно быстрая, но относительно таких соединительных шин, а не относительно каналов до памяти, когда у вас прямое соединение процессор памяти. В итоге вы хотите обязательно для чего-то серьезного посчитать, переместить данные на видеокарточку. Потом там посчитать и затем результат переместить обратно. Проблема в том, что вот эта вот операция перемещения туда и перемещения обратно может занимать очень большое время, ну, даже гораздо больше, чем сами вычисления на видеокарточке. Если у вас какой-то не очень сложный алгоритм, но объемные данные, например, вы обрабатываете изображение, то очень легко может быть, что просто операция копирования данных туда и обратно занимает больше времени, чем сами вычисления. Из этого встает большой вопрос, а стоит ли вообще пытаться это считать на видеокарточке? Ну, то есть, считаться-то оно будет быстрее, но с учетом копирования туда-сюда, насколько это имеет смысл, ну вот вопрос. В разных случаях оно бывает по-разному. И здесь, как ни странно, есть преимущество существенное у интегрированных видеокарточек. Несмотря на то, что они такие все из себя убогие и хиленькие,
из-за большой ограниченности в энергии и так далее, но из-за того, что они делят контроллер памяти и память с процессором, нередко они могут получить доступ прямо к данным на месте, к которым имеет доступ и процессор. Не всегда бывает, что они просто сделаны на кристалле, но все равно они выделяют себе часть оперативки и имеют эксклюзивный доступ только к ней. Но современные вроде более-менее способны достучаться и к данным на процессоре обычном. В этом случае можно использовать так называемый метод Zero Copy и просто напрямую без копирования обращаться к данным. И здесь у вас будет, из-за того, что вы не копируете данные, обработка, да, будет не супербыстрая, из-за того, что интеграшка довольно медленная. Но отсутствие копирования позволяет иногда даже обогнать дискретные видеокарточки, потому что оно вот не требует большого времени на копирование. То есть, как эффективно считать что-то параллельное, это большой вопрос, зависит от задачи и зависит от того, как вы там соптимизировали внутри. Скорость может измениться даже не столько в разы, на порядке может измениться, когда вы что-то пишете на видеокарточке, потому что если вы пишете не особенно хороший код, то у вас используется очень маленький процент вычислительной мощности. Если же вы хорошо оптимизировали, то вы намного ближе можете приблизиться к пиковой мощности, и разница реально бывает на порядок, а то и больше, между просто сходу написанным кодом и оптимизированным. Но начнем мы не с видеокарточек, начнем мы с того, как что-то простенько и быстро можно распараллелить в обычных программах. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы можно было, например, проверять то, что вы делаете на видеокарточках. Нам нужен какой-то такой классический код для вычисления того же самого, чтобы проверить, что код, который вы написали на видеокарточке, работает правильно. И желательно, чтобы этот код все-таки работал с какой-то адекватной скоростью. Плюс интересно вообще сравнить, если у вас есть, ну так, средний оптимизированный код для процессора и для видеокарты, насколько оно имеет смысл именно использовать видеокарту. Потому что сравнивать код для видеокарты и в один тред для процессора – явно довольно бессмысленно. Современных одноядерных процессоров вы вообще не найдете, если мы говорим о высокопроизводительных процессорах. У них у всех нескольких ядер, а это несколько даже в довольно таких, не то что бюджетных, но обычных вариантах процессоров. Сейчас доходит до 16, еще умножить на 2 из-за гипертрейдинга, и у вас в системе видно 32 ядра, поэтому при запуске там чего-то однотредового эта задача даже не видна в диспетчере задач, слишком маленький процент загрузки процессора. Явно вы не все использовали, и говорить о каком-то честном сравнении алгоритма для процессора и алгоритма для видеокарточки, конечно, нечестно. Вот, что я вам предлагаю посмотреть для программирования процессора. Я предлагаю посмотреть на такую платформу, технологию, как OpenMP. Что такое OpenMP? OpenMP — это расширение компилятора. Притом, исходно это было расширение компиляторов C++ и Fortran. А сейчас это народ уже пытается приделывать к разным другим языкам. Я видел попытки приделать это и к Яве, и к C-Sharp, и даже к Python, что-то народ пытался приделать. Правда, я не могу сказать, с какой степенью удачности. И мы будем рассматривать все это на основе C++. Ну, надеюсь, никому не хочется Fortran. Итак, что это за такая хитрая штука? OpenMP — это расширение компилятора, которое учит компилятор выполнять некоторые действия автоматически,
И мы сейчас посмотрим, что это очень удобно. Например, давайте напишем такой многотредовый Hello World. Вот у нас есть обыкновенный Hello World, и сейчас мы из него сделаем многотредовый Hello World. Вот мы с абсолютно минимальными усилиями превратили наш обычный Hello World в параллельный Hello World. Если вы вот эту штуку скомпилируете, и у вас у компилятора включено OpenMP, то вот в этом месте, то есть в блоке, который непосредственно следует за прагмой OMP, Runtime OpenMP создаст вам много тредов. Сколько тредов он создаст? По умолчанию столько, сколько у вас система видит логических ядер. То есть, если у вас, например, 4-ядерный процессор с гипертрейдингом, и система видит 8 ядер, то вот здесь вот создастся 7 дополнительных тредов, и кроме вашего исходного треда, суммарно получится 8 активных тредов. И вам 8 раз будет напечатано Hello. При том, как оно будет напечатано? Оно может быть как вот так вот. Так, возможен вариант, что у вас будет какой-нибудь... Вот такой дикая смесь из отдельных буквок. Так что все буковки есть, но они чередуются магическим образом. Зависит от того, как ваш рантайм выводит на экран, берет он блокировку посимвольно или по операции. Но возможен и такой вариант, что явно намекает о... в том, что параллельно, одновременно выводить что-то в консоль или в файл явно не лучшая идея. То есть мы сейчас это делаем, чтобы вам сразу было видно, но практически вы этого делать не хотите, так как можно получить вот такую не очень осмысленную смесь, которая еще и магическим образом меняется в зависимости от запуска вашей программы. Что еще можно получить? Если вы компилируетесь с компилятором, который не поддерживает OpenMP, либо в котором поддержка OpenMP выключена, а по умолчанию она выключена, тогда ваша программа скомпилируется, как если бы этой строчки не было вообще. То есть прагма — это такая не критичная директива для процессора, в смысле для компилятора. И... при компиляции это с выключенной поддержкой OpenMP, у вас будет обыкновенный Hello World, то есть один раз увидится Hello, и то, что компилятор встретил какую-то прагму OMP, это даже не ошибка и, может быть, даже и не warning, оно скомпилируется в один тред, будет как обычная программа.
Поэтому обратите внимание, что вы не забывайте включать поддержку OpenMP. Например, для тех, кто пишет Visual Studio, поддержка OpenMP включается в настройках проекта, и эти настройки, они свои собственные у дебага, релиза и разных битностей. Такая стандартная проблема, что народ включает OpenMP в дебаге, долго что-то пишет, потом хочет проверить скорость, переключается на релиз, запускает, а у него работает там гораздо медленнее. Оказывается, что релиз работает в один тред, потому что поддержку OpenMP они забыли включить. Вот обратите внимание и не забывайте включать поддержку OpenMP. И я вам сейчас предлагаю что-то быстренько попробовать. Ну, хотя бы ввести данный код и посмотреть, что у вас OpenMP работает и параллельная программа, ну вот, создает треды нормально, и у вас первый шаг есть. Вперед. Где включить Visual Studio? Это свойство проекта, дальше C++, дальше Language, и там будет настройка OpenMP. Только блок. Почему там блок и стоит? Это прагм распространяется на как бы один следующий шаг. И так как вы обычно хотите что-то более осмысленное, чем одну команду параллельно, то практически наверняка там стоит блок. В смысле написать... Вы хотите написать прагму вот здесь вот? Нет, я не думаю, что здесь что-то хорошее получится. Это про модификацию кода, это не про модификацию функций. Так, наверное, все, кто хотел и был способен что-то написать, написали, и у них работает. Поэтому продолжаем. Когда у вас есть способ создавать треды, как видите, это очень простой способ, только одно магическое заклинание, и треды автоматом создаются и исчезают. Притом, вот здесь вот у нас еще есть и точка синхронизации, то есть ваш основной тред, он пойдет дальше после этой закрывающей скобочки, только тогда, когда все треды выполнят содержимое этого блока, и у вас есть гарантии, что все вот это досчиталось перед тем, как вы перейдете дальше. Что весьма и весьма удобно. То есть здесь еще втыкается неявная для вас синхронизация, которую вы почти наверняка хотите. Теперь перейдем к чему-то более практически полезному, чем спамить hello на экране. Сейчас у нас все треды делают абсолютно одно и то же действие. Что, конечно, вообще не полезно. Мы хотим треды для того, чтобы разбить работу на части. И, например, у нас есть какой-то цикл, ну, какой-то простой массивчик. И цикл.
который проходит по всем элементам массива и вызывает какую-то функцию для каждого элемента. Притом мы считаем, что все вызовы функции f независимые, и это можно делать как в любом порядке, так еще и параллельно. Чтобы ускорить данный код, например, если у нас есть два исполнителя, то логично его разбить на две части. На цикл, который идет по первой половине наших данных и по второй половине наших данных. Вот так вот мы хотим разбить на кусочки. Для того, чтобы это можно было сделать, нам нужно знать две вещи. Нам нужно знать, сколько всего у нас тредов и какой номер текущего треда. Для этого есть функции, которые вы можете вызвать в OpenMP-коде и получить соответствующий результат. Это функция довольно похоже звучат. Обе возвращают вам без этих аргументов целые числа. Первое — получить общее количество тредов в текущий момент. И вторая — получить идентификатор треда. Это число от 0 до предыдущего минус 1 включительно. Таким образом, если у вас, например, система видит 4 ядра, то вот здесь вот вызов функции getNumThread скажет, что у вас 1 тред, а вот здесь вот скажет, что 4 треда. И давайте модифицируем наш Hello World, чтобы оно выводило нам полезную информацию. Вот такая простейшая модификация будет писать вам на экране идентификатор и через слэшек общее количество тредов. И возможный вывод, например, такой. Притом при другом запуске вот здесь вот строчки могут перемешиваться в произвольном порядке. Также можете поэкспериментировать и заменить print на cout, посмотреть, как там будет происходить. Там, скорее всего, еще и внутри все перемешается. Вот попробуйте запустить этот код и полюбуйтесь на результаты.
минус один, наверное, говорит о том, что у вас OpenMP не инициализировано. А, да, правильно. Вам нужно добавить. Без хидера оно может работать, если вы это компилируете как C-шный код, то по стандарту C, если вы видите нечто неизвестное, то оно считается по историческим причинам как функция, которая возвращает вам int и принимает то, что вы указали, и как C-шный код оно даже без хидеров способно скомпилиться, потому что эти функции возвращают вам целое число, и оно вот работает. Так, конечно, не рекомендуется, но оно работоспособно. Как CPP оно не должно компилироваться, а как точка C оно способно скомпилироваться даже без хидера. Постоянно дергать эти функции я бы не стал, то есть в цикле. Не знаю, насколько они тяжелые, но смысла их дергать в цикле я не вижу, когда можно просто сохранить переменные. Но при входе в параллельную область вы вполне можете их вызвать, то есть стоимость функций наверняка намного ниже, чем стоимость создания треда. Посмотрите еще то же самое и сделайте через плюсовый cout. Cout, скорее всего, переплющит. Ну, может и норм, но я видел, что оно прямо разваливалось посимвольно. Зависит от реализации рантайма, конечно. Разные C-шные плюсовые рантаймы работают по-разному. Нет, в OpenMP создание тредов, насколько я помню, сразу же связано с работой. Ну, даже чуть хитрее, на самом деле треды, они могут заранее создаться, но когда вы пишете, вот, просите параллельный регион, тогда треды запускаются на выполнение этого параллельного региона. То есть, вот в этот момент времени треды логически создаются. Создаются ли они фактически или нет, это вопрос. Может быть, создаются фактически. А может быть, уже есть тред-пул, и здесь просто треды продолжаются фоновые с вот этого момента на выполнение. И на самом деле с этим связаны некоторые следствия по времени выполнения. Я видел, что какие-то OpenMP рантаймы, они создают треды при первом обращении. То есть вот вы здесь просите создать треды, и ровно в этот момент они создаются. А какие-то рантаймы создают треды вообще во время инициализации программы. Почему это важно? Потому что если вы хотите измерить время, и треды создаются вот в этой точке, то вот здесь вот вы измерите очень большое время для данного региона, просто потому, что у вас много времени ушло на создание треда. А при компиляции с другим OpenMP рантаймом у вас здесь будет все быстро, так как треды заранее были созданы. Учитывайте, когда вы измеряете скорость, что вот первый вызов чего-то параллельного может занимать существенное время, потому что здесь происходит фактическое создание тредов. Вот здесь треды, скорее всего, не будут убиваться, а просто будут остановлены и готовы к
параллельному следующему региону, чтобы снова быстро запуститься. То есть здесь более хитрая конструкция, чем просто создание и удаление тредов. Оно оптимизировано на многократное переиспользование. Про гарантии для тредов. Ну, на самом деле, об этом общие данные вам должны были дать уже в предыдущем курсе. Я почему на этом не останавливался, но если не очень помните, давайте я вам повторю. Смысл тредов, что треды это такие логические единицы распределения процессорного времени для операционной системы. И в операционной системе есть набор тредов, которые стоят в очереди на исполнение. Операционная система из этой очереди берет, в смысле, в этой очереди, там есть несколько очередей, я говорю про очередь, в которой стоят треды, готовые к выполнению. То есть треды, которые ждут чего-то, они находятся в другой очереди. И сейчас очередь имеется в виду та, которая состоит из тредов уже выполняющихся, либо готовых к выполнению, выполняющихся логически. Итак, вот из этой очереди операционная система берет в соответствии с приоритетами первых сколько-то тредов, сколько у вас свободно исполнителей. Ну, то есть ядер логических, которые видит операционная система. И запускает на выполнение данные треды. Если у вас всего там 8 исполнителей, и в этой очереди меньше или равно, чем 8 тредов, тогда операционная система всех их и запустит. Но вы понимаете, что у вас в операционной системе есть куча всяких фоновых процессов, там Windows Update и прочие важные вещи, которые тоже периодически хотят исполняться и вполне возможно с высоким приоритетом. Так что то, что вы здесь создаете столько тредов, сколько у вас процессоров логических, еще не означает, что все эти треды будут одновременно параллельно выполнены. Вполне возможно, кому-то придется постоять в очереди и подождать, пока более важные системные треды что-то там насчитают. Так что гарантии, что у вас прямо вот все треды были запущены и одновременно работают, что вот здесь они создадутся, вот здесь вот они логически закончатся, и ваш основной тред не пойдет дальше, пока все остальные не досчитают этот блок. Гарантии какой-то скорости, одновременности или чего-то еще нет. Понятно? О, как весело. Internal Computer Error. Ну, логично. В принципе. Да, мне тоже студенты такое показывали. Если вы попытаетесь return написать посреди параллельного региона, то логично, что компилятору снесет мозг, потому что, ну, как вы представляете себе, вас снаружи вызвал один тред, а вы многотредово вернетесь обратно, тот, кто вас вызвал, будет вообще не рад просто ни разу. Поэтому логично, что возврат из функции явно не следует писать посреди вот этого параллельного региона. Как и всякие попытки перейти в регион или выйти из него через GoTo и подобные конструкции тоже, скорее всего, ни к чему хорошему не приведут. Считайте, что вот это блок, куда входить можно только в начале и выходить можно только в конце, и будет у вас все работать, а не Internal Compiler Error. Ну, брейкнуться из треда, очевидно, никак, я вам сказал. Но самое близкое к тому, что вы, наверное, хотите,
это поставить условный переход просто на конец параллельного блока. Тогда эффективно этот тред заканчивает работу и стоит в очереди на завершение. То есть вместо break у вас будет go to, либо какая-то аналогичная конструкция, которая просто переводит тред в конец. Про плюсовые эксепшены я, честно говоря, не думал. Но я думаю, опять-таки, ничего хорошего не будет, если они полетят наружу из этого параллельного блока. Может быть, оно обработает, может быть, нет. Поэкспериментируйте, но вот мне даже такой мысли в голову не приходило, потому что это явно что-то нехорошее. И это как go-to из параллельного региона наружу. Ничем хорошим оно не может закончиться. Теперь задание вам вот на то, что вы освоили базовые конструкции. Это задание не на пару, это задание на несколько минут. Ну и самое интересное, это, конечно, разделение работы на равные части. Очевидно, вся проблема заключается в том, когда количество работы N не делится нацело на количество тредов. Ну вот, когда вы что-то начали писать, вы должны были столкнуться с проблемой, а какая переменная какая? То есть, где переменные, которые общие, а где переменные личные у каждого треда? В принципе, это можно настроить дальнейшей конкретизации. Вот здесь можно заклинание продолжить и сказать, какие переменные у ваших тредов общие, какие личные. Но там довольно разумное умолчание, что все переменные, которые были созданы перед параллельным блоком, то есть глобальные переменные, либо просто локальные переменные вот здесь вот созданные, они будут общие у всех тредов. То есть переменная одна на все треды. А переменные, которые вы создадите в параллельном блоке, вот их будет столько, сколько у вас тредов. То есть это переменные будут во многих копиях личные у каждого треда. Так что вот эти будут общие переменные, эти будут личные переменные каждого треда. Народ, вы можете пока забить на количество тредов и просто захардкодить, сколько у вас там тредов, или даже с запасом захардкодить. Смысл задания не в этом, а в том, чтобы аккуратно разбить работу на части. Доделывайте задание, я хочу пойти дальше и рассказать вам еще теории. Ну, это, конечно, не очень, потому что так у вас тред можно закинуть существенно больше. Например, у вас есть 7 заданий и 4 треда. Тогда 3 треда получат по одному заданию, и 1 тред получит 4 задания. Как-то очень косо. Давайте правильный ответ, что-то как-то у вас на ровном месте проблема.
Смотрите, у нас есть n элементов работы. То есть индексы работы идут от нуля включительно до n исключительно. И у нас есть какой-то индекс x треда, который находится опять в диапазоне от нуля включительно до k исключительно, где k количество тредов. И нам нужно по возможности равномерно разрезать этот численный диапазон на k кусочков. Как это сделать? Нам нужно найти границы цикла for, нижнюю границу и верхнюю границу. Как это сделать интуитивно? Интуитивно вы пишете что-то в духе m поделить на k умножить на x. Это будет индекс начала, а концовка будет n поделить на k умножить на x плюс 1. Но оно не работает по очевидным причинам, потому что когда вы разделите n на k, у вас оно может разделиться не нацело, а сложительное деление округлит вам вниз, и получится не то, вы не пройдетесь по всему диапазону, потеряете хвостик. Но на самом деле здесь есть очень такое простое решение. Достаточно просто поменять местами операции. И цикл будет вот и все. Таким образом вы разделите ваш диапазон на, насколько возможно, равные части, и у вас все будет прекрасно стыковаться, потому что довольно очевидно, что самое начало — это умножить на 0 нулевой индекс, самый конец — это x равное k минус 1 плюс 1, то есть n умножить на k поделить на k. И при отсутствии сложительного переполнения, очевидно, это равно n. Индекс конца у нас исключительный, то есть будет то же самое, что цикл от нуля до меньше n. И также довольно очевидно, что индекс начала следующий в точности равен индексу конца предыдущего треда, и у вас не будет дырок между тредами. Вот все, что я от вас хотел. Почему у вас возникли такие большие проблемы, не совсем понятно. Так, понятно то, что я вам написал? Какие-то вопросы? Почему у вас на ровном месте возникли сложности?
насколько адекватно сравнивать время. Ну, если у вас ничего в системе не меняется, то более-менее адекватно. То есть сравнивать время с выключенным и включенным твичем, конечно, не особенно разумно. А вот если у вас в системе все ровненько, то, ну, более-менее. Так, идем дальше. То есть все, что вы сейчас сделали, это вы разрезали вот такой вот цикл ручками на части. Но несложно догадаться, что задача-то очень частая, и, скорее всего, OpenEP имеет какие-то встроенные средства подобного разрезания циклов на части. И действительно, есть очень простая конструкция, которая делает ровно то, что вы сейчас сделали. Конструкция выглядит вот так вот. Эта прагма говорит о том, что цикл, находящийся в параллельном регионе, должен быть не исполнен одновременно всеми тредами. То есть не каждый тред выполняет весь цикл, а должен быть разрезан на кусочки так, что суммарно все треды этот цикл выполнит. И у вас произойдет по умолчанию ровно то разрезание, о котором мы говорили. То есть первый тред возьмет самое начало вашего массива, второй тред, следующий кусочек и так далее. Наверное, это и так очевидно, то, что я написал. Притом можно вот эти две прагмы скомбинировать. То есть можно сразу написать ваш цикл. А здесь поставить прагму вот так вот. Параллелы фор можно объединить в одну прагму, и тогда ваш цикл одновременно и разобьется на треды, и нарежется на кусочки, так что каждый кусочек будет выполнять свою часть цикла. То есть отдельно создавать блок и внутри писать цикл нет необходимости, OpenMP позволяет вам сразу же параллельно по кусочно выполнить цикл вот такой одной команды. Бонус отдельного создания, что вы вот здесь вот можете создать какие-то переменные, которые локальны для треда, но общие для всего цикла. Насчет авто не могу вам что-то сказать, потому что все эти конструкции, они возникли во времена Си, и, как видите, они оперируют таким сишным синтаксисом. Всякие новые модные фичи в духе авто
наверное, они не понимают. Более того, если вы компилируете с визуалкой, то в визуалке, к сожалению, очень древний стандарт OpenMP, и этот стандарт требует, чтобы переменная, которая управляет циклом, была знакового типа. То есть вот здесь вот, чтобы была переменная в духе int, long и так далее. Если у вас здесь unsigned int, то более новыми компиляторами в духе цланга у вас компилится, а вот под визуалкой вам напишет, ой, неизвестная ошибка и все такое. Поэтому вот обратите внимание, что оно может не очень понимать. И когда вы компилируетесь с визуалкой, даже если здесь int, но у вас сишный код, опять-таки поддержка старинная, и она еще не знает, что в C, в новом C99, вы можете заводить переменную для цикла прямо в цикле. У вас оно также легко может не скомпилиться, сказав, ой, какая-то неизвестная странная ошибка. Все, что нужно сделать, это вынести описание переменной, создание перед циклом, а в цикле просто писать цикл, как вот он написан справа у меня, без создания переменной. Это вот последствия того, что поддержка OpenMP в визуалке очень древняя. Я вот прям только что видел, они написали новость, что вот мы тут вдруг решили обновить поддержку OpenMP, и в новой бета-визуалке вы можете какой-то там эксперимент в ключах включить, и у вас оно даже что-то более прилично заработает. Можете поэкспериментировать и использовать вот менее убогую поддержку OpenMP, если вы любите использовать микрософтовский компилятор. Я лично для таких вещей больше люблю использовать Slang. И Slang, кстати, можно легко подключить к Visual Studio. Единственное, что OpenMP в Slang включается под виндой не очень тривиально. Если вы просто поставите в свойствах проекта OpenMP, то Slang вам выдаст ошибку «Я не поддерживаю OpenMP». На самом деле ошибка звучит так. «Я не поддерживаю микрософтовское OpenMP», а нормальный OpenMP я поддерживаю, но оно включается другим ключом. Нужно по-другому написать ручками, просто в аргументах командной строки компилятора. Вот включи стандартное OpenMP, которое в GCC и в других компиляторах, тогда все заработает даже вот под виндой в планке. То есть вы можете получить нормальную поддержку нового стандарта OpenMP проще всего через Slang, потому что он мультиплатформенный. Ну, либо если вы живете под Linux, то в GCC тоже оно у вас сходу должно заработать. В визуалке, кроме самой последней этой бета-версии, к сожалению, стандарт OpenMP только 2.0, а там вот много таких странных и глупых ограничений в духе знаковости переменной, управляющей циклом. На минимум нам хватит, но на более хитрые штуки вот можете попытаться добыть более новую версию OpenMP. FOpenMP — это ключик для цланга, который такой независимый, и для GCC. А цланг, который вызывается из-под визуалки, он, скорее всего, это не поймет, его нужно обрамлять специальными префиксами. То есть там еще нужно суметь рассказать, включить OpenMP. Если вы используете отдельно стоящий цланг, а не цланг в режиме визуалки, то да, FOpenMP — это все, что вам нужно. Так, давайте следующий кусочек.
Допустим, у нас есть какая-то переменная. И мы в цикле, который распараллелен, хотим ее изменять. Неважно, что мы к ней прибавляем. Для вас должно быть очевидно, в чем здесь проблема. В чем проблема? Да, правильное название проблемы все-таки race condition. И как эту проблему можно решать? Вы должны это уже знать. Какие вот теоретические способы решения данной проблемы? Ну, атомарный регистр это не про то. Регистр это про хранение значения. А у нас здесь проблема с операцией. Так что атомарный регистр это не в тему. Ну и на самом деле есть еще одно простое решение, которое явно было в задании предыдущем, но которое вы почему-то забываете упомянуть. Нет, n массивов это что-то вообще дикое. И n чисел, n это размер работы у нас. Почему n чисел? Это о чем? Да, вот это уже больше похоже на еще один вариант решения. Давайте рассмотрим, как эту проблему можно решать на OpenMP. Как народ сказал уже, одно из решений – это использование атомарных операций. Например, здесь у нас операция плюс равно, и для нее, вы догадываетесь, наверное, существует аппаратная атомарная форма. Поэтому мы можем для таких случаев попросить использовать атомарную операцию. Мы просим следующую операцию сделать атомарной. Работает только для простых операций, для которых есть атомарная форма. Типа там плюс равно, умножить равно какой-нибудь там, или равно и подобное. Другой вариант это создание критической секции, где у вас код внутри критической секции находится под блокировкой, и только один тред может попасть в критическую секцию.
Вот мы сделали критическую секцию. Блок за этой прагмой является критической секцией. И у вас здесь компилятор автоматом поставит лог, так что только один тред может войти в данный блок. Работает точно так же, как вот вы рассматривали в первой части курса по параллельному программированию, и стоимость этих операций аналогичная, то есть атомарные операции это не быстро, а критическая секция это еще тяжелее. И в подобных задачах на самом деле самый правильный вариант это завести локальные копии. Смотрите, мы работаем с локальными копиями без всяких механизмов синхронизации и в конце один раз объединяем наши результаты с глобальной переменной. То есть здесь нам требуется не забыть, вот не забывайте, народ любит забывать. Здесь все-таки поставить механизм синхронизации. Но так как этот механизм синхронизации происходит один раз, а не в цикле, он довольно дешевый. В цикле же мы убрали всякий доступ к разделяемой памяти на запись, и у нас стало работать быстро. Здесь же выполняется один раз, и поэтому не страшно. Что еще можно сделать? Новые версии OpenMP, они вообще очень интеллектуальны. И они могут то, что мы только что написали, сделать автоматически. Здесь есть еще вот такое подзаклинание Reduction, которое позволяет вам именно завести локальные копии какой-то переменной, а потом в конце их слить по какому-то алгоритму. Вот здесь указывается алгоритм. Разнообразие небольшое, но на типичные операции в духе сложить, умножить или там логические или у вас есть варианты. Нет, побитые там, по-моему, не логические. В итоге получится ровно то же самое, что я написал перед этим, но просто кода меньше. Вам не нужно явно заводить локальную копию. И можно все это вообще уменьшить до одной прагмы. Вот мы написали разбиение цикла на треды с эффективным использованием общей переменной суммирования. Как видите, OpenMP это очень простая и красивая штука, которой легко пользоваться для параллелизации циклов. В OpenMP есть еще разные другие конструкции, не только про циклы,
Но насколько вам интересно, ну вот напишите. Если интересно, тогда в следующий раз мы еще про другие вещи, не только про разрезание циклов на тредах поговорим, что есть в OpenMP. А из теории вам для счастья не хватает еще одной вещи, а именно данный цикл можно резать на части как угодно. Можно резать вот общую работу, например, вот так на части. То есть это вот будет часть 1, часть 2, часть 3. А можно то же самое смотрите, нарезать вот таким образом, что у нас части берут чередующиеся последовательные элементы. В каком-то случае такое разбиение задачи может быть более эффективным, чем предыдущее. Вопрос про инициализацию редакшена. Редакшен, он знает, какие правильные инициализирующие значения для данной операции. То есть для операции сложения эта штука будет в каждом трейде инициализирована ноликом. Для операции умножения она будет инициализирована единичкой. Задать это я не помню, чтобы можно было. Почитайте стандарт, но мне кажется, оно просто само правильное значение подставляет для тех операций, которые знает. Итак, как управлять? Мы хотим разрезать наш цикл вот таким образом или вот таким образом. У прагмы for есть еще подзаклинание Shadow. Которая как раз управляет разрезанием на кусочки. И планирование бывает. Третий вариант. Да, гайд. Вот таких трех основных типов. В основном используются статик и динамик. Ну, можете сами прочитать про гайды. О чем это? Статик планирования, когда ваш цикл разрезается на блоки статически. То есть просто перед началом цикла вычисляется размер кусочков, неважно, вот такой или вот такой, и в процессе вычисления вот эти кусочки как были вначале спланированы, так все и считает. Динамик планирования используют, как вам сказать, ну, такое атомарное изменение переменной цикла и работает, ну, например, динамическое планирование по одному треду работает следующим образом. Каждый тред делает
Atomic increment переменной i и берет значение, которое было до инкремента. Если это значение уместилось в диапазон, тогда вычисляется элемент работы с тем номером, который получен. В результате распределения может быть вот, например, такое. Например, треды 2 и 3, они еще не создались. И когда первый тред выполнил первый кусочек работы, то он видит, что больше никого нет, и берет следующий второй кусочек. Потом, наконец-то, создаются треды 2 и 3, и они берут второй тред. Хватает третий кусочек, третий тред все еще тормозит, там заканчивает первый тред обрабатывать свою вторую часть, берет еще нагрузку. И в результате какой плюс у нас вот такого динамического планирования? Ну, народ догадался, да, что главный плюс динамического планирования в более равномерном распределении нагрузки между тредами. И здесь дело даже не только в том, как операционная система что-то спланирует, а просто ваши вот эти вот элементы работы, они ведь не обязательно имеют одинаковую сложность. Какие-то элементики могут иметь выше сложность. Вам нужно больше считать этот элемент. Какие-то считаются проще. То есть вот здесь вот может быть неравномерная вычислительная работа требуется для каждого элемента. И при вот таком равномерном распределении между тредами может оказаться, что фактически на разные треды попало разное количество работы. И даже при идеальном равномерном планировании тредов операционной системы у вас все равно окажется, что какой-то тред застрял, и в конце все стоят и ждут, пока последний тред досчитает, прежде чем идти дальше. Поэтому самый главный плюс динамического планирования, что у вас вот такая равномерная нагрузка на процессор. А какой главный минус динамического планирования? Ну да, правильно народ указал, что у нас главный минус, что это дополнительные вычисления, притом не просто вычисления, а еще вычисления с общей разделяемой памятью. И в итоге у нас оверхед на организацию цикла сильно выше. Из этого следует, что если у вас какие-то тяжелые элементы и, возможно, неравномерные, то динамическое планирование, наверное, то, что вы хотите. Если же у вас элементы очень легкие и работа довольно равномерная, то вы, скорее всего, вы хотите статическое для уменьшения оверхед. Притом, возможны и разные промежуточные варианты в зависимости еще от дополнительного параметра. Например, если вы просто укажете статик, то будет вот такое разбиение. А еще можно указать число, способ разбиения, и единичка для статического превратит вот в такое распределение. То есть у вас будут элементы между тредами чередоваться через один. Если вы укажете 2, тогда будут чередоваться через 2. И аналогично можно указать, например, динамик 1. Это будет как здесь. А если сказать динамик 2, то каждый тред будет получать не по одному кусочку работы, а по 2 кусочка работы. То
То есть, например, если вы скажете динамик и там 10, тогда у вас количество вот этих вот атомарных операций над общей переменной, управляющей циклом, оно уменьшится в 10 раз, и, соответственно, ваш оверхед уменьшится в 10 раз. Так что если вам хочется использовать динамическое планирование, потому что у вас есть проблемы с балансировкой, но внутри цикла довольно простые вычисления, то существенно уменьшить оверхед можно, просто указав шаг не единичку, а побольше, в соответствии с тем, какая у вас там работа. Вот, посмотрите, поэкспериментируйте. Сейчас я вам дам задание, и там вы можете как раз вот практически померить, какая эффективность планирования разным способом. Гайдед эта штука пытается что-то магически масштабировать в духе динамика, но еще и на основе какой-то рантайм информации. Как оно честно работает, я не помню. У меня есть подозрение, что оно даже по-разному работает в разных OpenMP имплементациях. По умолчанию у вас статик. Притом вот такой статик, насколько я помню. Так что если вам хочется что-то не такое, то указывайте schedule и то, что вы хотите с точки зрения планирования. Еще чем интересен OpenMP, тем, что вы можете задать переменные окружения и в них поставить всякие параметры, которые будут являться параметрами по умолчанию, если процесс явно не переопределит их через какие-то ОМП-функции. Например, можно указать по умолчанию способ планирования или указать, на сколько тредов развивать вашу программу. Довольно удобно, что если программа скомпилирована при помощи OpenMP, и она явно не указывает эти вещи, то вы можете на нее повлиять, вот задав переменное окружение перед ее запуском. С теорией, наверное, на сегодня все. Вы знаете достаточно много, чтобы написать что-то интересное. И я вам попозже выдам первую лабораторную работу на OpenMP. Про оценивание. Как обычно, никакое посещение я не оцениваю, а ваша финальная оценка, она будет складываться из ваших лабораторных и, возможно, экзамена в конце. Экзамен, при том, я очень надеюсь, что у нас будет обычный очный экзамен, что к нашей сессии уже корона более-менее закончится, все вакцинируются, и мы сможем провести нормальный очный экзамен. То есть ваша отчетность в плане оценки – это ваши лабораторные плюс экзамен. А то, что мы делаем на лекциях и маленькие задания на практику – это чтобы вы просто разобрались в материале. С лекции на сегодня все, и дальше практика. Так, писать на OpenCL и запускать на процессоре вполне нормальная вещь. И это может быть даже более эффективно, чем нарезать на треды вот такими классическими способами. Можете поэкспериментировать, потому что компиляторы несколько разные. И компилятор, который OpenCL Runtime, может быть более интеллектуальный в каких-то местах, чем обычный компилятор. Из-за этого OpenCL, выполненный на процессоре, может оказаться быстрее, чем просто классический код, даже распараллеленный на треды при помощи OpenMP или чего-то подобного. Так что OpenCL на процессоре эта штука имеет смысл, но в плане того, чтобы увидеть всякие эффекты OpenCL, то здесь на процессоре вы не все увидите. Потому что некоторых вещей на процессоре просто нет. И что-то интересное, чтобы запустить, вам все-таки потребуется видеокарточка. Другое дело, я не вижу особых проблем с
тем, чтобы найти OpenCL видеокарточку. Современное железо просто очень массово умеет OpenCL. Даже возьмите относительно новые телефоны, и даже они умеют OpenCL, видеокарточка в них. Я, правда, не пробовал, но вот можете экспериментировать и запускать OpenCL на своем телефоне. Лапы у меня обычно не очень много, но я хочу, наверное, вам дать их чуть поменьше и побольше, чем обычно, поменьше размером и побольше количеством. Пока количество лап, оно такое в процессе изменения, поэтому никакого распределения баллов и сколько у вас всего их будет, сказать не могу. Слабыми вот я решил чуть-чуть переделать в этом году. Еще вопросы по лекции? Да, OpenCL 1.2 нам вполне хватит. Это то, что поддерживается везде. Поэтому каких-то проблем быть не должно. 1.2 поддерживается всеми. Так, тогда трансляцию я заканчиваю.